Здравствуйте! Это быстрое постукивание, избавление от гнева. У нас не всегда есть время на долгие сеансы, поэтому какое-то облегчение лучше, чем совершенное его отсутствие. Несмотря на то, что я сейчас очень зол, я выбираю любить и принимать себя. Несмотря на то, что я очень зол сейчас, я выбираю любить и уважать себя. Несмотря на то, что я сейчас очень зол, что-то только что случилось, на то, что происходит, что-то плохое, что кто-то или какие-то плохие люди делают, даже несмотря на то, что я сейчас очень зол, я выбираю глубоко и полностью любить, уважать и принимать себя. И я делаю это, даря себе покой. Весь этот гнев, часть меня кипит сейчас. Часть меня может быть глупа. Возможно, я очень зол сейчас. И это неприятно. Это может спровоцировать меня на поступки, которые не принесут ничего хорошего ни мне, ни кому-либо еще. Так что я выбираю успокоить это чувство. Отпустить гнев и обиду. Освободиться от них каждой клеткой из моего тела. У меня есть право злиться. Мою злость можно оправдать. Возможно, есть что-то, что я должен сделать. Лучше я сделаю это без злости. Без гнева я могу принимать хорошие решения. Возможно, у меня есть право злиться. Но также у меня есть право чувствовать себя хорошо. Есть право чувствовать покой. Возможно, есть вещи, которые раздражают меня. Но я готов поспорить. Есть много вещей, которые мне приятны. Вещи, за которые я могу чувствовать себя благодарным. И я могу позволить себе чувствовать покой. Тогда совершать какие-либо поступки, чтобы добиться перемен, которые важны для меня. Я отпускаю это чувство. Желание обидеть кого-то, особенно себя. Так что я прощаюсь с неприятными вещами, освобождаю себя, чтобы почувствовать покой. Освобождаю себя, чтобы почувствовать себя лучше. Я отношусь к себе с любовью, душой, телом и сознанием. Глубоко вдохните. Надеюсь, что это, по крайней мере, уменьшило ваш гнев. Возможно, потребуется больше, чем это видео. У нас есть время, если это необходимо. Живите более спокойной жизнью.